1200 рублей на коммуналку сельским учителям вступило в силу постановление правительства России о компенсации сельским педагогам расходов на оплату жилья, отопления и освещения за счет федерального бюджета. Главное условие – учитель должен работать в штате образовательной организации, а вот где именно живет, деревни, селе или поселки городского типа, значения не имеет. Выплачивать компенсацию будут вместе с зарплатой, а школы получат ее в виде субсидий. В Ярославской области на такую льготу могут рассчитывать почти 2400 педагогов. Это чуть меньше трети от общего числа учителей региона.